Сегодня в фонде первого президента Республики Казахстан Елбасы проходит заключительное мероприятие в рамках летней стажировки MethodPro. MethodPro – это летняя IT-стажировка, которая призвана для того, чтобы ведущие IT-компании и государственные органы нашли какие-то идеи и решения для своих проектов от начинающих специалистов. Летняя IT-стажировка MethodPro, мы занимаемся этим уже 2 года, проводим стажировки для студентов со всей страны. В этом году очень хорошие результаты. У нас 12 проектов на внедрении, то есть они уже дошли до того, чтобы внедряться в компании. Больше 20 предложений о работе поступило для студентов. Скорее всего, не все из них примут, но я думаю, многие из студентов получили хороший практический опыт. Вообще, расскажите о летней стажировке. Как вам вообще ваше впечатление? Сколько времени вы учились и что запомнилось больше всего? Ну, я нон-айтишник, поэтому мы изучали больше на IT сторону разработки, и для меня это был хороший шанс показать себя и проверить свои знания на практике. Что мне дал MethodPro, это возможность поработать с очень талантливыми ребятами, которые варятся в индустрии IT, что, конечно, супер круто, потому что бизнес все больше и больше и больше становится зависим от IT, от дата-анализиса, и без этого некуда. А вообще, расскажите о себе и почему вот вы пришли в MethodPro. У вас, кажется, интересная история. Ну, я вообще работаю учителем по робототехнике в школе Нурмакова. Эта школа вообще считается в Караганде, ну, такой очень приличной, она одаренная. Вот, и дети там все одаренные там. Я в какой-то момент почувствовал то, что одаренным детям все-таки нужны одаренные учителя. И это, ну, поспособствовало, ну, то есть замотивировало меня тоже мне как-то развиваться, потому что если учитель не саморазвивается, то есть он как-то внутри погасает. При поддержке моей семьи, собственно, я смогла, да, посещать эту стажировку, получила колоссальные знания, большой объем этих знаний, которые во втором месте смогла применить. И вот как результат наша команда стала победителем в своем кейсе. Студентов, скорее всего, позовут дальше стажироваться в компанию. Вот и закончилась финальная презентация MethodPro. Мы увидели лучшие проекты, которые были разработаны на протяжении 2 месяцев для лучших IT-компаний Казахстана и государственных органов.